Всем привет, мы играем Devil Within. И нам надо сохраниться. Хотя мы уже, в принципе, сохранились. Да, принимаем. Ладно, зачем я это сделал, не знаю. Итак, куда мы пойдем сейчас? А почему так близко его видно? А, ну может головой штурм сейчас будет. А, подожди, тебе это распределение навыков, что-то не понял. А, все, супер. Смотрите, здоровье. Так, требуется очков. 2000. Вот написано, видите, да? А это, видимо, 700 у меня сейчас. Или нет? Лечение шприцами. Шприцы становятся... Шприцы восстанавливают больше здоровья. Так. Немного увеличивают урон, наносимый врагу. Увеличивают запасы сил, позволяя вам дольше бежать ускорением. Что там написано? На 5-м уровне увеличивается скорость восстановления сил. Увеличение максимального уровня здоровья. Нельзя, да? Так, а с оружием у нас что? Уменьшая времени на перезарядку. Ну, в основном здесь такой не очень крутое все. Так, ну нам доступны гранаты и пока что, думаю, мы ничего не будем улучшать. Нам просто-напросто ничего не нужно. Все, что на данный момент у нас есть, все это мне не нужно. А он так должен близко бегать, как-то его слишком... А, нет, подожди, типа выйти отсюда, да, я так понимаю? А, ну все, я понял. Теперь мы сможем зеркала эти использовать в качестве... путь для улучшения, так сказать, да? 3 патрона. Так, здесь у нас ничего. Может быть, здесь что-нибудь есть? Да, смотрите-ка. А, нет, это нельзя подобрать. Ладно, жалко. Посмотрим, что там дальше. Здесь тоже ничего. Здесь тоже ничего. А. Ну круто, круто. Так, ну что? Что? И таким образом, наверное, мы будем сохраняться. А как прыгать-то, я не понял. Нельзя, что ли, прыгать? Он меня немного бесит, потому что он так медленно выходит. Так. Ну что, друзья, давайте пойдемте дальше. Только куда идти-то? Слушайте, я не помню, откуда мы пришли. Мне кажется, отсюда. Угу. Смотрите, здесь какая-то машинка или что это, телега, спички, и вот наша любимая, это у нас 1000 дали, ништячок, что я могу сказать. Так, вот тут сено сложено, да? Ага. Ладно. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. И ничего, мы сюда даже пройти не можем. Ладно, давайте. А, у нас есть 1000 пилюлек этих.
Наверное, не будем возвращаться, прокачивать. Посмотрим, что у нас там. Так, а куда идти-то? Я что-то не знаю. Так, ну давайте туда сходим, посмотрим, может быть, что-нибудь интересное есть. Так, а что у нас внизу? У нас тут... Хм, странно. Ну ладно. Так. Ребята, только не надо говорить, что мы заблудились. Ага, энергия так долго восстанавливается. Ладно. Так. Так, слушайте, здесь мы не можем зайти. А куда же идти-то? Я, честно, даже не знаю, откуда мы пришли. Так, а куда подевалась энергия наша? А, вот она. Видимо, ну, когда не нужно быть, она куда-то исчезает. Ладно, давайте сюда пойдем. А, стоп, стоп. Зомбари, что ли, не пойму. А, это тот чувак. Ну, тёлка, точнее, которая это. Эти врага. Угу. Нас обучают преимуществом. Круто. Круто, что они валятся реально. А зачем поджигать, я так и не понял. Видимо, чтобы никто не находил, или я не знаю. Так. Давайте здесь поищем что-нибудь интересное для нас. Так, тут ничего нет. Блин, ни хрена не вижу. Ладно, вроде ничего. Надеюсь, там мы ничего не пропустили. Я думаю... Так, ну и я так понимаю, нам, кроме того, как войти в этот дом, нету больше никаких вариантов, ну попробуем. Так, а в него и войти, походу, нельзя, да? Интересно, интересно. Так. Здесь мы вообще пройти не можем по какой-то причине. Значит, нам, наверное, сюда, да? Давайте посмотрим. Ты только не смейся. Что, нельзя сюда залезть? Ребят, ну не шутите так со мной. Это ж бред. Ладно. Давайте смотреть тогда. Ну... Сюда-то можно, нет? Так, ну что такое? Мне что-то это не нравится, то, что мы в таких пустяках застреваем. Так. Может, здесь как-то? Не, здесь что-то никак. Так, ну и что делать? Так, ну подождите-ка. Стоп, стоп, стоп. Так, может быть... А, во, все. Не ту кнопочку нажимал. Забыл совсем. Так, ну... А, я нас там ждала. Ждал. Пробел перелезть. Это, в принципе, не сложно. Так, ой, мы, ну все же, назад не сможем, ну ладно, пофиг. Там вроде ничего ценного для нас не было, но здесь будем сейчас смотреть. Я, честно, ничего не вижу. Ладно. Так. Пилюльки, пилюльки. Нету их. Так, дверку нам открыли. А, она открывается. Ой, медленно открывает. Мне это вообще не нравится. То, что надо, наоборот, резко все делать, чтобы не пугаться. Правильно? Правильно, конечно, правильно.
Так, вот тут что-то у нас есть. Ага, наверное, мимо кого-нибудь пройти надо, да? Угу. Hey, are you guys from around here? I don't know where. Блин, и как мне с ними махаться? Удержите, чтобы навести прицел на определенном расстоянии от врага. Прицел будет автоматически наводиться на ближайшего к вам врага, если вы будете удерживать кнопку. Окей. Так, а они нас типа не видят, да? А, слушайте, круто тогда. Так, поджечь. Нет, надо подобрать. Так, не, поджигать не надо. Мне бы знать, куда нам идти. Потому что... Почему, почему? Да потому что... А, ну смотрите, нас даже враги не замечают пока. А, потому что, сейчас скажу, мне нужно... Да-да-да, мне нужно знать, куда мне идти. Я думаю, мне каким-то образом надо пройти мимо них. Прямо, да? Или подождите, или в дверь. Вот это вот фигово, то что я не знаю. То ли в дверь, то ли куда... Так, ну у нас тут еще вроде бутылка есть, нет? Да, еще. Ладно, давайте. Ую. Ого. А тот чувак где? Непонятно что-то. Вообще непонятно. Да, они даже нас не видят. Ладно, знаете, что я подумал? Давайте-ка кинем вон туда. Сейчас мы... А, вот как. Прицелиться надо другой кнопкой мыши. А, смотрите, а тот даже не хочет. Ну, ладно. Тогда давайте сейчас подождем, пока... Или он не собирается сюда идти. Я просто хочу... Да, он сюда пойдет. Сейчас потом он назад, когда пойдет, обратно развернется. Я к нему подбегу, постараюсь. Если меня тот не запалит. И шарахну его сзади, короче. Как нас учили. Блин, только что там делать? Забыл про пробел, по-моему, нажать. Ой, случайно. Так, а он даже не видит меня. Ясно. Так зачем поджигать, я не понимаю. Бутылок и больше нет, да? Ладно. У нас появился шанс. Я надеюсь, тот чувак... Да, вроде бы он меня не должен запалить. Да и... Ой-ой-ой-ой-ой. Да этот чтоб тоже не запалил. Есть. Чуть-чуть совсем бы и уже не хватило бы нам. А, надо. Во-первых, подберем и во-вторых, подожгем. Так, ну поджигай. Все, надеюсь, тот чувак меня не увидит. Так, а и того можно замочить. Я думаю, просто вдруг там что-нибудь ценное будет. Угу. Ну ладно, пройдем мимо. Дождь начинается или что это? А здесь, кстати, сено тоже можно поджечь, наверное, смотрите. Не, нельзя. Ну и пофиг. Контрольная точка. Теперь можно вернуться назад. С тем помахаться, да? Вот этого бы я вот так вот бы сделал, если бы у нас полно патрон было, но...
Это как у нас патрон мало, так что мы давайте пока встанем, я думаю, здесь пробежимся. Ну, нам глазик покажет, если вдруг нас начнут замечать. Смотрите, там какой дом. Мне кажется, нам туда надо пройти. Как вы думаете? Давайте. Вопрос на миллион. Только давайте честно, если знаете заранее, не играйте. Так. Я вот не знаю. Я думаю, потому что на картинке нарисован был тот дом на заставке игры. Сколько их тут много-то, по-моему, да? Или мне кажется. Также не хотелось бы пропускать важных каких-нибудь вещей. Но это мой конек, что-нибудь важное пропускать. Кто-то рычит, блин. А, вот, стоп. Вот он, да, да, блин. Так, а куда нам идти-то? Ну, давай, ни хрена не вижу за этим. Сядь, ты что делаешь-то, блин? Так. Ого, смотрите-ка, здесь тоже какой-то проход есть. И бутылочка есть. Мне кажется, я знаю, что нам нужно сделать. Так, где он там? Ну что, зайдем? Да, давайте-ка зайдем. А, и... Так, кто меня замечает? Йо, кто? Не вижу, кто может заметить меня. Ого, ну смотри, там что-то... Да кто палит, я не понимаю. Ну-ка, если вот так... Походу кто-то сзади, что ли, лень? А, ну вот, смотрите, ну-ка. А так палит опять. Странно. Ну, видимо, это значит, что близко враг. Я не думаю, что он меня сейчас запалит, да? Я надеюсь на это, ладно. Так, это у нас шприц. Так, шприц. Использовать. Супер. Так. Ну что, идем дальше. Ага, вон он. А вот там бутылка, я вижу, да? Больше ничего, в принципе, полезного нет. Так что давайте возвращаемся сюда. Сейчас мы посмотрим. Давайте бутылку прихватим с собой, пожалуй. Ну, пусть будет. Так. Куда нам... Я надеюсь, мы идем в правильном... На правильном пути. Тихо. Так, Ctrl. Ага. Это типа против ловушек, что ли, или что? Ха. Интересно. Ну, не знаю, наверное, типа ловушки так обезвреживать. Так. Ну, ладно. Надо глянуть, по-моему, у нас... Да, у нас вон там чувак есть. Так, только я его не вижу. Ёп. Меня чуть не запалил. Давайте вот так вот посмотрим, может быть. Встанем, чтобы лучше было видно. Ага. Нам туда по-любому нужно. Но надо еще узнать, как туда пройти. А именно...
проследить его траекторию движений. Блин, надо было сейчас идти туда, пока его не было. Но вообще можно попробовать его вырубить. Где он? Да, вон он, смотрите, далеко. Ну, сейчас он назад, я думаю, пойдет. Да, вот он возвращается. Так, я надеюсь, так он... Ух ты, ёпта. Так он меня не за... Да что ты делаешь? Так он меня не запалит. Не должен запалить. Смотрите, он поворачивается. Да, он вообще отвернулся, но... Но нет, стоп, он возвращается сюда. Сейчас он посмотрит в окно. И в этот момент мы... И потом он пойдет назад. И в этот момент мы должны... А, нет, смотрите, он еще здесь. Да, все, он уходит. Вот дальше... Нет, он еще не ушел. Какого фига? Да ёб. Он что, шутит, что ли? Давай, уходи, что ты ждешь? Все, наконец-то. Да ёб, он что, гонит? Ладно, давайте попробуем сейчас перелезть. И валим, валим, валим. Все, отлично. Так, а только я даже не успел прочитать, сколько нам там что дали. Все круто. Так, смотрим ловушки, растяжки. Но я достаточно плохо вижу в темноте. Так, сейчас мы глянем. Сколько там по времени? По времени. По времени у нас. Так, ну что? У нас здесь вроде что-то светится, но это нам не нужно. Ага, вот растяжечка, смотрите-ка. Вот я и увидел растяжку. И кто-то нас опять палит. Но кто? Пошлите-ка обезвредим. Там можно пройти-то? И вообще нам туда проходить? Да, я думаю, нам... Да кто? Я не помню, где... Ну, видимо, просто враг рядом. Так, а здесь нам нужно нажать пробел. Ага, вот и круто. Вот и круто, очень круто, да? Угу, а вон и чувак наш. Ну, не наш, в смысле. И нам, я так понимаю, как-то надо пройти вон туда. Ну, если я не ошибаюсь. Ну, по-моему, нам, ну, точно туда надо пройти. Либо, подождите, может быть, здесь... И здесь у нас обрыв. И даже туда пройти нельзя. Ладно. Так. Красться. Так, а тут-то пройти можно? Может, я вообще зря сюда иду? Контрольная точка вообще далековато. Да, слушайте, мне кажется, я знаю, что сейчас будет. Нам надо сюда вернуться, спрятаться. Так, и сейчас зомбичок наш. Давайте подождем, пока он повернется к нам. Не хотелось бы сейчас попасться. Да, он сейчас повернется, пойдет сюда. И в этот момент мы попробуем... Потом он обернется, в этот момент мы... Так, ну-ка. Все, ну пофиг, ладно, попробуем. Давай, пожалуйста, быстрее, быстрее, быстрее. Ой-ой-ой. Подождите, а я типа не успел или чё? В чем прикол? Контрольная точка. Слушайте, походу это, может быть, мне кажется, скриптовано, потому что... Потому что, ну,
У меня не было больше других выборов, мне только крутить надо было. А, она закрылась, все можно. Отлично. Ну все, это за скриптом, короче, было. Так. А здесь у нас кто-нибудь есть? Кто-то шуршит. Так. Так, у нас здесь есть домик. Что такое? А, вон они жрут. И давайте сюда. Так, здесь у нас сюрприз есть. Уже 1900 насобирали. Не знаю, может это мало, может кто-нибудь из вас больше соберет, но я не знаю. Так. Разработчики всегда любят что-нибудь спрятать. Ага, то есть он намекает на то, что мы можем... То есть не надо кидать бутылку. Мне так кажется, но... Я думаю... А, вон там еще что-то, смотрите-ка. Давайте-ка... Сейчас пробежим вот сюда. Кстати, самое главное, чтобы растяжек не было, а то что-то как-то я сам вхожу так. Опасно, может быть, да. Самое главное, круто, что можно вот так, хоп, камерой сразу впервые него зайти, посмотреть. Так, ну здесь можно, наверное, расслабиться. У нас здесь есть шприц. Все, круто. Так, теперь мы можем, если нажать Tab, то у нас есть, во-первых... Ух ты, мы откуда-то патроны взяли. Это, по-моему, там. Я думаю, мы спички взяли, это, наверное, патроны были. Ладно. Ноль спичек. А это что такое? Ой. Блин! Вот я лох. Я случайно нажал. Варианты. Буковка К. Это что такое F1? Ой, блин, случайно. Информация. А, да, у нас здесь есть урон, скорострельность 1 секунда, то есть это бам-бам. Раз, два, три, четыре, пять. Так, у нас здесь вот еще есть какое-то местечко. Давайте... А, нет, это не местечко, это так. Ладно. Пошлите-ка назад, возвращаются... Здесь, ну там, наверное, ничего. Кружочек так навернем, давайте. Фу, он устает, что-то. Зверски. Получается, нужно нажимать Shift, Shift. Вот так вот, да? Shift поднажал и отдохнул. Так.